4321. Hey yo, всем привет! С вами Володя Зейм и RapBlog.ru. Со мной Digital Squad. Мы находимся в клубе Запасник, где ребята только что вышли со сцены. Они выступили с офигенной программой, где было очень много интересных совместных работ. Я вот хочу у них уточнить, пацаны, ну как вам сегодняшняя движуха? Ну, в целом мероприятие прошло отлично, на самом деле, и пришло много народу поддержать нас. Как бы даже даже с толпы слышались бэки на наши треки. В принципе, все отлично, мне понравилось. Суете, не забированных людей, растворяясь в толпе, я и моя тень. До и после тех, в ушах тот самый рэп. И так каждый день, голове куча идей, но они застряли как древесины. Оберегают от нечисти наш вес. Выход на местность, постоянный реквест. Здесь все равно, представляешь, ты easy rest. В целом, в общем, мероприятие прошло очень достаточно в странном ритме, но ритм был. Это самое главное, мне кажется, на хип-хоп мероприятии, чтобы был ритм. Кач, хардкор, жара, потные люди. Отлично, цель достигнута, фит в ваших ушах, в ваших головах. Давай посмотрим на себя, мы семья, мы семья. Семья для нас и толпа, что перед нами топали. Топали, ты топали, сколько б не было лет. Следи за моментом, момент, я за нами не следи. За стенами диванами, не так противно. Единственное, что могу тоже так же поддержать своих братанов. То, что сегодня то, что мы задумали, в принципе, у нас получилось. Это презентация альбома Digital Squad Feat Volume 1. Мы дали концерт, много было гостей, много было наших друзей. В принципе, да, все получилось так, как хотелось. И отдельный респект всем выступающим, всем, кто орал в толпе под наши треки. Поднимите кулак выше. Пожёстче скрипите. А теперь все вместе. Fuck System! Fuck System! Fuck System! Fuck System! Fuck System! Fuck System! Свет не есть кроме. Да вас то, что я себе не в твоем доме. Опустим рост, не вопрос. А что ты есть кроме? Когда тут все приятно, караул. Народ кричит на помощь, караул. Если ты другой, на тебя направят. Сотни дул и ножей. Это время больших ножей. В этой игре ты лишь движущий. У нас вышел альбом. На этом альбоме представлены рэперы, которых мы уважаем, которых мы знаем, с которыми мы дружим, с которыми мы делаем вещи, которые понравились. Может быть, кому-то не понравится, но вы это можете спокойно скачать в сети. Вот. Там есть несколько хитов, много оригинала. На концерте была позитивная, охрененная динамика. Очень, ну как обычно, все было строго, Digital Squad, вот так, Москва. Только стричит, а там стричит, тот, кто не узнал, а именно те, кто сейчас звучит. Digital Squad, KMFO на припеве, рядом с умным плеем, творение опустение. Только посмейте, культура до последней, последнюю. Сегодняшняя тусовка реально прошла в стиле Digital Squad, пацаны. А что публике и фанатам ожидать от вас в ближайшем будущем, помимо совместных работ, что-нибудь сольное, вот ваше, прям вот один. Давай, я тебя. Я думаю, пацаны со мной согласятся. Одно слово. Нежданчик. Ждите от нас нежданчик. Так. Мы вам рассказали в открытом переломе за себя. Мы потолковали с людьми в фите Wall 1. Ждите Wall 2 и будет уже совсем другие направленности. Но в целом, как об альбоме, мы скажем так. Ждите нежданчика, пацаны. Дамочки, ждите его. У истоков истины, мы стоим как три стены. Диджей дал суприм тени, подожди и затянись. У истоков истины, мы стоим как три стены. Я готов, я готов делать вещи в городе на букву О. И чеканит, как чеканутый фол. Рукол спалит людей, эй, нами движет музыка. Хип-хоп все дни в неделю. Нон-стопа, селим, семи, гоп. Уверен, с кем время не зазря потеряно. Москва и область, на районы и города поделено. А мы остаемся в отделе. Хорошо, я знаю, что Сплив Блейзер и Славон тут поучаствовали у Бабаха на одном треке. Это не игра. Ну что, какие эмоции у тебя, братишка, по этому поводу вообще? Я тебе скажу, что все круто, но клип монтировался долго. Очень долго монтировался, но все-таки он дошел до ваших зрак,
до ваших ушей, в раковин вот этих, да, там. Вот. Но все круто, на самом деле, мне очень понравилось. Если честно, даже, ну, как бы, приятно поучаствовать на... в совместке там с людьми, которых, можно сказать, мало знаю, да, но все-таки мы сделали эту работу, и она, в принципе, оправдала себя, да, да. Йо, братчо, расскажи, а что ты думаешь по поводу сегодняшнего мероприятия? Я, в принципе, думаю, что есть некоторые люди, которые развивают рэп-движение в России, и, скорее всего, благодаря им это может стать действительно адекватным рэпом в России. Я здесь, вокруг голодный, не злобный, не молодый, готов быть уже здесь, собаки, это моя бейсболка. Вообще от души респект пацанам за этот фиток, как бы, да, мои люди, не то что это мои люди, это их не стайл, и меня действительно впечатлил этот трек. Но хочу, чтобы люди заметили такую очень важную вещь, что, да, как бы, хип-хоп — это та культура, которая расширяет границы, а проще сказать, рушит их, ломает, когда растягивает кругозор. И такие треки непосредственно, когда идет речь не о фите двух команд, трех участников, а о фите трех стран, да, как бы Белоруссия, Украина, Россия, три сестры, да, как бы, вот на это обращайте внимание и призываю хип-хоп-сообщество к тому, чтобы расширять границы, да, хорош писаться только с соседями. И качали головами. Ты талантливый, раз, интересный щиток. Нужно сделать так, чтобы это просто. Приковать себе внимание. Зарисует так, чтобы смеяться заранее. Мы рифуем, рот откроется. Что могу сказать я? Это был отличный трек, но клип мне не то, что не понравился. Ну, просто я считаю, что он есть, но это не лучшее то, что мы могли выпустить. Вскоре мы покажем то, что мы хотим. И когда это выйдет, я думаю, вы скажете «Вау!». Именно этого не хватает многим в русском рэпе в клипах. Именно этого не хватает для того, чтобы удивлять. Что-то «Вау!». Читающие головы — здорово, но должны быть идеи. Как раз он это и сказал, что, знаете, на самом деле рэпа много. Очень много рэпа. А непосредственно движение вверх мало. И только таким креплением будет двигаться вверх. Йо, мы находимся в клубе «Запасник». И тут, короче, ребята находятся. Будем узнавать, кто, что и чего ваше. Йоу, пацантры, расскажите, кто есть, что вы, что вы будем, что мы будем. Мы будем делать хип-хап по душе всегда. Пацан, не тормози, делай как... Заливай на MP3. А говоря по-серьезному, нас зовут Loco Bros, LOCO, и мы представляем Дикий Троиц, Московская область. Могу, так сказать, предупредить людей, наших друзей, слушателей, почитателей, уважателей, что дальнейшая работа будет продолжаться, она ведется. Такие вещи, как там сольный альбом Ризо выйдет. Скоро выйдут очень опасные, серьезные вещи от нас с Лысым, с Лего. Это под названием NotaF будет проект такой. Славончик тоже постоянно не останавливается на месте, делает очень много фитов. Мы не стоим на месте. Мы делаем работу, мы за рэп, мы здесь вошли. Мы вошли сюда и плотно вбили свой гвоздь. Твою мать, мы не из тех, чтобы по правилам играть. Если смотришь мне глаза, то не смей мне врать. Если я пришел к тебе свое собрать, если не согласен, то твой нюх там дать. Мы собрались сегодня, чтобы дать тебе понять, что русский рэп тебе не продажная, блядь. Чисто рэп предпочтение, ты готовы прощения. Чувствительное поколение, толерантность — это направление. Прикрыт, видишь, что он прикрыт, не торгом, только не смотря ни на...
еще демок 50 незаписанных дома лежит всяких. Поэтому, если я надумаю записать сольный альбом, вот я вчера сольную песню, допустим, написал. Третью в жизни. Вот. Потихонечку, помаленечку. А Digital Squad — это стиль сжатого кулака, отдельная грань каждого из нас. И она очень качает. Так что кусок моей души всегда здесь. Привет, пока! Спасибо не за что! Как хорошо, что ты зашел! Привет, пока! Спасибо не за что! Как хорошо, что ты зашел! Привет!